первый трофейчик. Ух, красавчик, гля какой. Угу. Зачет. Так, ну что, ребятки, приехали мы на секретное озеро в Запорожье. Сразу на вопрос, где это озеро, полный мороз, поэтому не спрашивайте. Попробуем что-нибудь поймать из хищника. Конечно же, лягушек мы и так можем наловить. Так, ну что, попробуем. Чисто классический окуневый монтажик. Что, мы влезем вдвоем тут? О, воды вообще нету. Помнишь, а когда ты тут снимал видео, тут окуньки мелкие были эти, солнечные. Нет, я что-то не помню, не нужно было применять. Да, воды, конечно. Что-то в голову не попаду ему. Вот, приостановлю. Красиво тут, конечно. Интересно, такие затопленные все. Коряшки. Так что тут со всех сторон все со спиннингами. Ты, блядь. Была поклевка. Закинул прям в точку, где гоняет малька. Оборвал. Я смотрю, в основном все упор на щуку делают. Пробуем на вертушечку. Щучка, я смотрю, активная более-менее. Так, Денчик что-то поймал, пойдем смотреть. Первый трофейчик. На прямой проводке делают. Фигня какая-то рисует. Тупо на прямой. Ух, красавчик, гля какой. Угу. Зачет. Будешь снимать? Да я снимаю. Так, да конечно. Ну по дну хоть или нет? По дну, да. Так, ну сейчас попробуем тогда, бы я уже и на блесенку перецепился. Сейчас попробуем тоже тогда на окунька. Что-то смотрю, тут дофига кого, да? На хищника. Да, оп, отпускаешь. Ой, не верю. Блёсенку пыльно. Да. Смотрю, воды вообще мало. Щука вот под ногами. Ну да, да, вот сейчас попробую. Конечно, местяк такой, да, не сильно удобно. А я был когда весной. Конечно, все затопленное было. Ах, ты, бля, я думал, что это... Да, чью-то тащу. О, это что, чья-то тоже блесна? Ага, гля. Ну да. Ничего себе трофей, гля. Иди сюда. Опа! Гля. А, ну это какая-то, гля, самоделка.
Не знаю, ну двойной крючок какой-то. Ничего себе. Так, ну пойдет. Ага, она моя на том же месте, да? Так, главное не забыть. Ну это щучка была, это не окунь. Ну да. Эх, ушла щучка. Я ее в бочину походу стукнул. Видно была такая волна, разошлась. Да, там щука или окунь под теми камышами, вот там, где я стоял, напротив меня играет. Но там фигово, что зацепляется все. Так, ребятки, на секретном озере клёва, к сожалению, не было. И решил я уже с дочкой поехать в Разумовку прогуляться. Так как не клевало у нас ничего на озере, но были трофеи. Эти трофеи сейчас вставлю в видео. И на один из трофеев, воблерочек, я попробую половить щуку в Разумовке. Ну, хотя бы покидать, посмотреть, будет там что-то или нет. Вот сейчас на переезде в Разумовку. Вау, паровоз! Да, паровоз, видишь, какой длинный. Какой длинный. Да, поехали. Какой длинный. Поехали. Паровоз. Так, о, что там творится? Что там творится? Там кто-то кого-то жрал только что. Отличный воблер. По игре мне нравится. Сейчас попробую, сейчас. Сейчас Дотя будет рыбачить. Давай я закину, а ты будешь крутить, да? Так, подожди, стой. Оп, держи. Смотри, вот так держишь. Нет, смотри, стой, 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 отпусти. Вот палец сюда засовывай между катушкой и удочкой. А второй рукой крутишь. Все, вот так. О, молодец. И воблер имитирует рыбку, как будто больная рыбка плывет. Если что-то большое клюнет, я думаю, ты почувствуешь. Сейчас я брошу, и ты будешь выматывать. Все, мотай. Как я тебя учил, да? Вот так, умничка. И крутишь. О, давай, 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 давай. Стой, это опасно. Оп, видишь, вот он с тройниками с такими летает. Давай. Сильно подсекать нельзя, а то можно себя за ухо поймать. Да, но это будет не смешно, это будет больно. Так, все хорошо, ну комары надоедать. Сегодня у нас 13 сентября. Погодка обалденная, летняя. Утром, конечно, холодно уже, но... Так, мама нас отпустила, тут все есть. Дезинфекторы, да? Вот так? Угу. Пойдет? Конечно, мама все положила для комаров и для пчел. И для мишек. Вот таких мишек. То мало ли медведя встретим. Я яблоко хочу. Яблоко? Ты ж только булочку съела. Ловим ящериц. Что, ты хочешь поймать ее? Ага. Ага, ящерица. Ага, думает. Нашла глупенькую, да? Нашла глупенькую. И убежала. Убежала. Да уж. Тут прям не кинешь ни на что, наверное. Нам такое место не подходит, да, для рыбалки. Вот такая рыбалка с дочкой. Это он не просто захотел, пришел и кинул. Тут надо интересы всех учитывать. Да, нельзя все-таки так перебрасывать. Ого, змея, смотрите. Бля, змея нападает на воблер. Да, вон какая, ничего себе. Где? Та уж хотел, уж думал, что воблер это лягушка, и напал на него. Так, ну где же щука наша? Лягушка наша. Та зачем мне лягушки? Так, ну что, ребятки,
хорошая прогулка получилась, конечно же. Опять без рыбы. Но себя выгулял, дочку выгулял. Новый воблер опробовал. Все, всем пока. Не сидите дома, езжайте на рыбалку.